вчера, 8 ноября, да, у нас поздравили ветерана Великой Отечественной войны со столетним юбилеем. И сегодня, 9 ноября, у нас уже 10-й житель Московского района, который достиг возраста 100 лет. Щурская Анна Михайловна. Мне очень приятно, да, то, что тоже приехать, ну, для традиции то, что у нас есть, то, что приехали ее дети, которые живут сейчас, да, дочь живет в Бресте, но сын живет в Москве, внуки, там, правнуки уже находятся за пределами Республики Беларусь проживают, и все нашли возможность приехать, чтобы поздравить свою маму, бабушку, прабабушку с этим замечательным юбилеем. По сложившейся доброй традиции, новый паспорт столетнему гражданину выдается лично в руки у него дома в присутствии гостей. Александре Михайловне не здоровилось, поэтому за нее документ получили многочисленные родственники, которые также приехали поздравить именинницу. Вспоминаю ее молодой, с косой распущенной, краснощекой, голубые глаза, вечно в труде. Но жизнь помотала. Панская Польша, Великая Отечественная война, я уже говорил, что она в это время в Бресте была, слышала канонаду защиты, героической защиты Брестской крепости. Потом послевоенная разруха, вырастила нас двоих, уже бабушка и прабабушка. Еще постигла ее трагедия, смерть мужа. Но она сохранила, как говорится, лебединую верность, так продолжала путь одна. Она красавица была, она была портниха, она шила. Я у нее выходила каждую субботу в новом одеянии на танцплощадку. Каждую субботу новое, хоть ситцевое, хоть там какое, но новое. И до сих пор она еще что-то там начинает ковыряться, что-то делать. Ну, дома мужа смотрела, ну, муж, отец, в смысле, 30 лет тому назад умер, в 93-м году. Она с тех пор живет сама. Ну, конечно, не сама. Сама бы она столько не прожила, и не было бы так. Она ни разу в больнице не лежала. Она не знает, что такое врач, не хотела никуда ходить. И сейчас и врача она не вызывает, мне врача не надо, мне врача. В общем, такой человек, ну, мужественный. Поздравить с красивой датой любимую бабушку и прабабушку приехали и совсем далекие гости. Внучка Инна с сыном Максимом приехали на юбилей из Парижа. Об имениннице у них отложились только самые теплые воспоминания. Бабушка для меня всегда была таким источником оптимизма. Мне кажется, как раз ее секрет ее долголетия именно в том, что она всегда улыбалась. Мне еще даже говорили, что я тоже всегда улыбаюсь, именно как бабушка моя. Во-первых, всегда трудилась тоже. Она всегда, мы никогда ее не видели, чтобы она вообще сидела, ничего не делала. То есть, не знаю, сейчас очень много обсуждается как раз, как же дожить, как продлить жизнь. Мне кажется, как раз именно в хорошем настроении, иметь какое-то свое увлечение. Вот у нее увлечение было ее, она была портнихой, то есть такая креативная достаточно профессия. То есть действительно у нас было тут всегда очень много и клиентов, и меня она тоже одевала. В те времена еще было мало у нас в магазинах одежды. Вот. И всегда она трудилась и в земле, и близко к земле. То есть у нас всегда было, не знаю, у нее были всегда чудесные помидоры, не знаю, всегда было абрикосы, помидоры, огурцы, чего только не было. То есть была прекрасная хозяйка. Прекрасная семья была, в семье всегда у них было, как говорится, спокойствие, мир. И мне кажется, как раз вот такие простые вещи, наверное, как раз и помогают нам дожить до таких преклонных лет. Я ее, к сожалению, редко видел. Я ее видел только 3 раза в жизни. Но единственный раз, когда я ее видел, она всегда была с улыбкой, она всегда была рада. Она видно, что у нее была счастливая жизнь. И так и будет, что у нее, ей очень повезло, что у нее такой сын, такая внучка. Такая сестра. Ну, просто сестра, да. Ей очень везет, что у него такая хорошая семья, которая ее так хорошо заботится. Доброту, человечность, любовь к родине Александра Михайловна смогла пронести через всю жизнь. А столетний юбилей ничто не должно напоминать о тяготах. Только добрые вести, искренние слова восхищения и благодарности. Василина Буцкевич, Эдуард Бакунович, Юрий Лимонтович, Новости Бреста.